Всем привет, с вами Макс, и сегодня мы поговорим о тарелках компании Sendent. Выбирая железо для студии, я решил остановиться на профессиональной серии Emperor, и вот почему. Тарелки изготавливаются вручную из сплава B20. Комплект состоит из 7 тарелок. 14-й хай-хэт. 10-й сплэш. 16-й и 18-й крэш. 20-й райд. 18-я чайна. И 16-й озон с 6 отверстиями. Обладают ярким, насыщенным звуком, как при сильной, так и при слабой игре. Подходят для разных стилей музыки. Ну что, погнали? А давайте послушаем, как звучит 14-й хэт. Шестнадцатый озон. Шестнадцатый крэш. Восемнадцатый крэш. Десятая сплэшка. 18-я чайна. 20-й райд. Тарелки звучат бомбезно. Послушаем миксе.
Подводя итог, хочется сказать, что это потрясный набор из 7 тарелок за свою небольшую цену. И между делом ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждите новых выпусков. Всем рок-метал!